начнем видос сразу же с продажи айфончика. Это iPhone 12 Pro на 512 гигабайт. Купили мы его за 40 тысяч, продаем за 44 500. Спасибо. Спасибо. Новый провод, все там лежит. Все. Приехал на станцию метро Площадь Мужества. Погодка, конечно, сегодня вообще не радует. Сейчас буду забирать 11 Pro Max на 64 гигабайта. Вот он пошел, этот перекуп. В общем, трубку я не стал брать, потому что, во-первых, она не герметична, ее скрывали. Во-вторых, у нее есть трещина на антенне. И, в-третьих, там было не указано о царапинах, он сказал, их нет, а они там есть. Брал я такой вот телефончик с чеком, 12 Pro Max, 28 гигабайт, запечатанный, сразу же под клиента. Все, заходим в лифт, едем на 9 этаж. Отдавать вот такую вот трубочку. Все, приехал к клиенту, отдаю телефончик. Все четко. В натуре класс, но... Заебись, четко. Когда находим выгодные варианты, нужно быстренько одеваться и сразу же выбегать из дома, чтобы какой-нибудь другой перекуп не отобрал у вас этот вариант. Что нужно с собой иметь? Это точно powerbank, чтобы посмотреть, заряжается телефон или нет. Ни один перекуп не должен выходить из дома без вот таких вот скрепочек на ключах. И самое главное, это бабосики. Идем забирать трубочку. Что-то невероятно, тут прям красивый район. Я таких можно даже не видел, я здесь еще и ни разу не был. Вот, по навигатору мы уже почти дошли до нашей трубочки. Все, дошли мы до адреса. Ждем клиентика, забираем трубочку и зарабатываем бабосик. Все, сделка прошла успешно. Забрали вот такой вот айфончик, вообще в люксовом состоянии, пушка. Он еще и Ростест с чеком на втором годе гарантии. Попробуем его вообще пульнуть в обменку и заработать на этом еще больше. Дальше мы нашли 12 Pro в золотом цвете с ЦКБ-89, почти в идеальном состоянии. Быстро списались с продавцом и забрали телефон. Все, вот кучу чехлов отдали с телефоном. И сейчас сам телефончик я вам покажу. Вот такой вот. Взяли его за 37. В общем, пошли первые заявочки. Вот человек предложил нам обмен на 13 Pro 128 гигабайт с полным комплектом, 99 аккумулятор с доплатой в 13 тысяч рублей. Он будет забирать вот этот вот телефон, который мы забрали за 37 тысяч. Это 12 Pro 128 гигабайт с 89 аккумулятором. Телефон вообще в шикарнейшем состоянии. Единственное у него косячок, это вот такой вот тут скол. Видите, может быть. Вот. Поэтому работаем. Бабки капают. Перекупы работают. Что хочу сказать по поводу обмена. Что мутите тоже обменки, если занимаетесь перепродажами. Потому что, во-первых, вы при обмене зарабатываете деньги. А потом еще то устройство, на которое меняете, тоже зарабатываете. Поэтому... Так, ну все. Человек подъехал. Прошел час. Идем меняться. По итогу встретился я с данным человеком, и телефон я его не забрал, как бы не обменял вот на этот телефончик, так как у него были пятна на камере, у него там были пылинки под фронтальной камерой, в принципе телефон у него вскрывался. Я не знаю, конечно, пытался ли он меня обмануть или его обманули, как бы, потому что телефон у него заменен был по гарантии, как бы вот буквально несколько месяцев назад. То есть... Скорее всего, его, конечно же, обманули. Что хочу сказать. Многие вот показывают там, да, тоже, как проверять iPhone, когда покупаешь бушный. Ни один человек, я вот ни одного видео не видел, чтобы он показал, как проверять камеру на iPhone. Просто говорят, надо включить камеру, там зайти, поводить, там навестись, и все будет четко. Далеко это не так. Нужно на свет, направляем бумажечку и ставим камеру. И вот так вот смотрим именно на белом фоне. Фотки я дальше прикреплю, какие пятнышки не должны быть. Вот, как бы, вот так проверяется камера на всех режимах.
То есть в портрете, на X1, на X2, там, на X3, смотря какую модель вы смотрите, и в обычном режиме камеры. Ну что, вот мы тоже подкалываемся, так сказать, на айфонах. Со всеми бывает, все мы люди. Вчера взял вот такой вот 11 Pro Max на 256 гигабайт. И по итогу, видите, тут есть пыль под фронтальной камерой. Вообще, всегда проверял это, но тут продавец прям как-то внушил доверие и сказал, что типа под защитным стеклом все в порядке. А по итогу, когда дома снял защитное стекло, увидел пыль под фронтальной камерой. Поэтому всегда, всегда проверяйте как бы телефоны полностью и снимайте защитные стекла. Это самое главное. В общем, сделка прошла успешно. Продал 13 Pro 28 за 58 тысяч рублей. Продал его в день. И все. Ну, что хочу сказать. Вот на днях вы купили вот такого 14 Pro на 256 гигабайт. Он в идеальнейшем состоянии. Просто пушечка. Красавец. Вот. Выставили его в чат перекупов за 85 тысяч рублей. По итогу там перекуп один поторговался немного и скинул предоплату сначала 4000 рублей. И потом докинул остаток суммы, как бы. И вот сейчас скоро он приедет. Я даже вот не хочу его трогать, чтобы не лапать. Увидите вставочку, сделаю я по переводу денег. Вот, по полной предоплате как бы купили телефончик. Приехал я в ТЦ Nord, чтобы купить трубку iPhone 12 256 гигабайт с КБ87 за 40 тысяч рублей. При осмотре телефона было уже понятно, что за 40 тысяч я его точно не куплю. А человек сказал, что будет без торга, так как был большой ажиотаж. В общем, но все-таки я попытался и забрал за 38 тысяч. В общем, забрал я трубку, у него есть царапины. Человек писал, что они на защитном стекле, но здесь видно, что они под ним, глубокие царапины. Вот, она такая царапина, аккумулятор хороший, по цене взял 38, думаю, за 41 оставлять и продавать. Вот, так в целом все отлично с ним. День перекупа начинается с того, что мы заходим на Авито и смотрим всякие варианты, чтобы заработать. Есть вариант даже, в котором нет смысла писать, например, как вот этот. За 32 тысячи это овер дорого, и если такое брать, то максимум за 1027. Вот, кстати, объявление, на которое ездил Лёша. Там телефон был с пятнами на камере. В теории такие можно брать, но надо торговаться по-любому. А там девушка не шла на торг вообще. Также мы заезжали, смотрели этот телефон. По объявлению вообще все отлично. Телефон не ремонтировался, все good, все работает. А по факту на месте посмотрели, там даже болтов не было. На фотке, к сожалению, мы это не увидели, но сам факт, болтов не было и также был переклей. Все, я вышел, еду на беговую. Вчера вот было некогда снимать. Зашел ночью уже на Авито перед сном. Увидел вот такой вот телефончик. Это 13 Pro 128 гигабайт. У него 96 аккумулятор, он в состоянии нового телефона. Вот, по итогу по переписке не торговался, телефон стоял 59 тысяч. Я пришел, посмотрел его, он меня устроил. И я продавцу говорю, ну что, по торгам? И он сам мне сказал, говорит, 55 забирай. Я такой, о, недолго думая, перевел ему деньги на карту, забрал телефончик и ушел спать. Поэтому такие вот дела. Погода на улице, конечно, морозная, но ничего, едем за телефоном. И под конец выпуска мы продали два телефона, 13 Pro за 62 тысячи рублей, чистыми мы с него сделали 7 тысяч рублей, и 12 Pro мы его продали в плюс 3 тысячи рублей. В итоге с двух телефонов получилось сделать чистыми 10 тысяч. По итогу выпуска за 7 дней мы сделали 31 тысячу рублей чистыми. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал, все ссылки в описании.